Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Могли бы представиться? Конечно. Ваш шеф милиции Ивницкий, потому что сразу из Московского района. Вас? Инспектор ГАИ Московского района, Иван Филиппович Начаевич. Можно узнать, почему вы курите в общественном месте? Есть же вроде бы приказ министра в форменной одежде не курить. Ну, можете ответить? Ну, ездик, почему вы? Вам плевать на это? На приказ? А? Ну как нет, когда вы стоите в общественном месте, курите. И в форме, тем более. Почему вы можете объяснить? Ну вот. Товарищ Сурович, у вас конкретный вопрос. У меня конкретный вопрос. Почему вы плюете на приказ министра внутренних дел? Вы сейчас видите, что кто-то курит. Я видел, я подошел, вы курили. Или вы хотите сказать, что вы не курили? Товарищ Сурович, я тоже много чего могу сказать. Вы не курили, хотите сказать? Я этого не говорил. Не курили или курили? Вы скажите, как, а? Курили. Да. Вы курили, товарищ лейтенант? Курил. Ну? Ну так я вот конкретно вас спрашиваю, почему вы плюете на приказ министра внутренних дел? В приказе прописано не рекомендуется. В приказе я сейчас, если открою 422, там запрещается курить в форменной одежде. А тем более в общественном месте. Открывайте, смотрите. Ну, вам плевать-то это все. Ну вот. Я, плевать, я, говорю, вот. Смотрите. Я это смотрел, я это читал. А вы, видно, не читали, ни ваши руководители. Читали. С вами не читали. Проводят никакую работу, ничего. Ну. Читали, вот тут майор ради курил, его доказали за курил. А вас это ни о чем вам не говорит об этом. Ну ладно, посмотрите, что люди о вас скажут. Ничего. Абсолютно. Ну ничего, посмотрите на отзывы. Просто занимаетесь просто ерундой. Я ерундой занимаюсь. Он живется, просто и все. Можно попросить вас представиться? Вы ко мне обратились. Начнем лезть с Клоски, мне с Мсатурным обращаться. Спасибо. Пожалуйста. Мне не скучно живется. Вам скучно? Мне не скучно живется. А вы призваны следить за порядком, а вы первые его нарушаете. За порядком, есть... Каким порядком вы следите? Вы первые стоите, курите, нарушаете общественный порядок. Что вы постоянно скажете? Давайте нормально поговорим. Я с вами нормально, я что, с вами ненормально говорю? Постоянно с камерой это подходит. А вы, а чего вы боитесь камеры? Нормально сейчас просто поговорим. Чего вы боитесь камеры? Ну так вы и говорите. Ну, я с вами, я вам не грублю, по-моему. Нет? Я вам на «вы» пока что. Я что, ну, сам на «вы»? Вам положено на «вы». А меня ничего не составляет с вами на «ты» разговаривать. Ничего не нарушаю этим. Может быть. Ну, как можно? Ну, не может быть, а это так и есть. Ну, так и есть. Ну. Мы же не спорим с вами. Прекращайте вам нарушать. Вам же лучше. Прекращайте нарушать правоохранители. Вот так, друзья, такие правоохранители у нас.